Так, в этом видео я расскажу о алгоритме, который я рекомендую использовать для работы с вашим подписным листом. Потому что, в принципе, как только вы начали набирать свой подписной лист, есть выражение money in the list, да, то есть деньги находятся в вашем листе, соответственно, вы можете, вот у меня тут 1100 человек, я могу каждый день отправлять им письмо. Раньше казалось, что ну вот как, что же писать каждый день этим людям и так далее. На самом деле, со временем вы поймете, что даже одного письма в день вам мало. То есть у меня обычно идет минимум два письма утром и вечером. И выглядит это вот таким вот образом. Видите, здесь вот, вот это уже заряженная серия писем, и мы видим, что это письмо пойдет 11 мая, это 12, это 14, это 15, то есть здесь у меня есть разрывчик 13, я могу вставить еще, и так далее, и так далее. Это все предзаряженные как бы серии писем. Давайте рассмотрим, что это такое. Ну вот, например, зашли мы на сайт CB Engine. Здесь сразу же нам показывается, что они рекомендуют по Clickbank именно предлагают продавать, что имеет хорошую конверсию, хорошо продается прямо сейчас. И вот мне понравилось вот это Your Wealth Magnet, Brand New Offer, то есть новый офер для 2018 года. Интересная информация для людей, да. Соответственно, я могу что сделать? Я могу нажать здесь и взять свою ссылку, или же я могу найти этот товар на Кликбанке. Я обычно перестраховываюсь, нахожу этот товар на Кликбанке. Вот он, Your Wealth Magnet. Нашел его просто по поиску, вот сюда подставил. И здесь я нажимаю кнопочку Promote. И, ну, во-первых, я могу почитать, как бы, что рекомендуют, да, об этом. Что рекомендуют именно, как рекомендуют продавать. Эти все картинки мы в дальнейшем будем использовать. То есть сюда просто подставляете свою Clickbank ID и получаете, собственно, свою информацию, свою ссылочку. Теперь, также они дают то, что называется swipes. Email swipe – это то, что называется письма, да, вот готовые письма для вас. Вот мы сейчас и мы воспользуемся этим письмом. Но сразу же меня заинтересовала вот эта штука, поэтому я делаю просто Ctrl F10, да, и я хочу сделать вот так. То есть я беру готовый шаблон, копирую в свое письмо прямо. Вот я составляю такое письмо в Aweber. Я сразу же говорю, что если вы хотите серьезно заниматься информационным маркетингом, работать с Кликбанком или другими какими-то направлениями в интернете, без Aweber вам не обойтись. За редчайшими исключениями. Потому что вам не нужно постоянно завоевывать одного и того же человека. Как только человек попадает в вашу базу данных, ваш Aweber, если вы грамотно с этим работаете, то дальше каждый месяц минимум $1 каждый человек приносит. То есть вот 1000 подписчиков, $1000 в месяц, считайте, у вас уже есть. Это если вы профессионал, да, это со временем как бы у вас будет накапливаться все, но путь здесь для всех одинаковый. То есть надо постоянно что-то предлагать людям. Есть такое выражение: если вы сегодня не отправили свое письмо подписчикам, то его отправил кто-то другой. И на этом заработал кто-то другой. Собственно, вот они предлагают уже готовую мою ссылку. Ее надо проверять, потому что очень часто она не работает так, как они хотят. Что, собственно, вот видите, в данном случае она не срабатывает. Я беру ту ссылку, которую я проверил. Вот, сейчас, секундочку. Где-то она у меня тут была, это не работает. Ну, мы можем фактически каждый раз, давайте я покажу, как это делается. Я просто набираю, нажимаю сюда, вставляю свою надпись. Сюда я могу вставить дополнительные какие-то примечания, типа если это будет только для имейлов, то я могу вставить Aweber, например, я буду видеть, что это через Aweber шла информация. Но этого не буду сейчас делать. Вот моя ссылка. Я ее копирую. И вот эту ссылку я тоже сейчас проверю. Вот она так выглядит. То есть, что это за ссылки? Эти ссылки позволяют прямо в Кликбанке потом видеть свою статистику. Okay? Ну, вот она так работает. Если я хочу ставить прямую ссылку без статистики на Кликбанке, то я возьму напрямую вот эту вот ссылочку. Все эти вещи надо проверять в своих письмах. Сейчас я покажу, как это делается. То есть вот они пишут, нажмите сюда для того, чтобы вы могли. И вот она сейчас ее проверит. Зелененькая, все в порядке.
Так вот мы это сделаем. Ctrl-V. Вот наша ссылка. Да, вот они расскажут, что здесь бесплатное видео. Пожалуйста, посмотрите, как этим пользоваться всем. Та-та-та-та и так далее. Очень простенькое письмецо. JB, например, там. И так далее. Mr. Gods. Если я хочу вставить сюда какие-то дополнительные картинки, да, прямо отсюда, вот, например, я могу сделать вот так, опять же, то есть я могу скопировать какую-то картинку, вот это, например, она такая серьезная, копирую ее и вставляю, например, надо посмотреть уже, куда тут ее можно вставить. Собственно, вот у меня еще вот такая картинка есть. Это я раньше делал, да. Дальше, опять же, я копирую эту ссылку. Могу прямо отсюда это сделать. И эта картинка желательно тоже, чтобы была со ссылкой. То есть я вставляю ее вот сюда. Она проверяется, все в порядке. Окей. Теперь дальше, ребят. Значит, смотрите. Соответственно, здесь Best Regards. Не надо. Сделаем вот так. О, красота. Смотрите, всегда нужно проверять эти вещи. То есть, вот здесь есть режим Preview and Test. Отправляете себе же на email эту информацию. Я вот сегодня уже это делал, вот предварительно. Вот это вот второе мое письмо, видите? Вот так оно это выглядело, первое мое письмо. И сейчас второе письмо. Это первое, второе еще, наверное, не пришло. Обновим. То есть всегда обязательно нужно проверять, отправлять себе письма, потом кликать на ссылки, чтобы не получилось, что вы отправили письмо по своей базе. А, вот она. Заставьте Вселенную работать на вас, да? Примерно так. Вот так оно выглядит. Давайте попробуем нажать на ссылку. Так, идет перевод сюда. Все в порядке. Пошла на работу. Кликнем еще на эту ссылку. Тоже все в порядке. Теперь смотрите. Значит, я сделал как бы эту проверку. Я могу уже сохранить и выйти из этого письма. Сохраняю и выхожу из письма. Дальше. Теперь у нас есть как бы варианты, что делать с этим письмом дальше. Сразу же я делаю следующее. Я добавляю это письмо в серию писем, которые у меня уже созданы, чтобы потом оно работало и так далее, набиралось. То есть, смотрите, как это выглядит. Это уже очень важная информация, она вам пригодится точно. Первая серия писем посвящена всегда моему основному товару, мощной программе, у которой есть доходы в районе $1500 с одного клиента, понимаете? Мы всегда начинаем и заканчиваем рекламой этой группы товаров. И если вы работаете со мной, то я обязательно вас к ней подключаю. Выглядит она вот таким вот образом. Это уже так называемый франчайзинговый бизнес. То есть этот бизнес, только чтобы зайти туда, купить, получить, стоит $3000. Плюс им надо заниматься, раскручивать его и так далее. Но смысл в чем? Этот бизнес основной. Он дает нам в результате доходы, которые могут составлять даже для вас в районе там, 500, от 35 до $500 в месяц, даже если вы не покупаете этот франчайзинг. То есть, работая со мной, я буду давать вам такой доход, если кто-то из ваших клиентов, который по вашей рекламе купит у меня франчайзинг за $3000, я получу 1500, вы получите $500 с этого сразу же, без разговора, в тот же день. Okay? Поэтому это идет у нас основным. Но для того, чтобы вот первых десяток писем идет об этом. Дальше идут уже другие предложения. И, как видите, они записаны, это все письма по дням. То есть 30 дней, например, 40 дней и так далее. Вот то письмо, которое мы сейчас с вами создали, оно попало где-то, я сейчас посмотрю, в 90 с чем-то день. Да, вот оно. For the universe to give you money. Okay? Отсюда, то есть человек, люди, видите, здесь те, которые письма открывались,
Вот, они вот только на этом уровне, 83-й день, да? Эти письма, те, что после 83-го дня, они свеженькие, окей? Значит, дальше что я делаю? Я копирую это в Drafts. Drafts — это черновики, как бы. Зачем? Я могу отсюда же сразу же переслать его, поставить его в отправку, в серию. Называется это у них Schedule Broadcast. Я выбираю, в какие листы я это все буду отправлять свои. Нажимаю Apply, и здесь я выбираю, собственно, время. Вот смотрите, у меня фактически есть вот этот день, когда у меня нет отправки. Все остальные дни забиты. Сейчас 10 мая, видите, 10, вот здесь у меня 5. Вот это вся эта неделя уже расписана, все эти письма уже созданы. Здесь вот у меня на 12 число осталось, я могу, соответственно, его закинуть на 12 число и так далее. И отправить на 13, да? В чем преимущество такой работы? Смотрите, если вы занимаетесь этим всем делом серьезно, то у вас каждый день должны приходить к вам подписчики, появляться у вас, да? То есть есть бесплатные методы, есть платные методы привлечения подписчиков, да? То есть вот в этом курсе, который мы сейчас с вами проходим, в этих всех уроках, вы увидите, видите, трафик с Твиттера, с Фейсбука, с групп Фейсбука, особо это уже платная реклама и так далее. Здесь постоянно будут обновляться эти вещи, но даже этого, этой информации более чем достаточно. То есть вы можете выбрать один бесплатный метод работы с трафиком, то есть я бы выбрал Facebook, как работать с группами Facebook. Можно с автопостингом, можно ручками, я сейчас делаю ручками, потому что автопостинг быстро засекается и банится потом на неделю ваш аккаунт, то есть ручками проще. Посмотрите, как это делается в этом видеоролике. И есть платный метод, тоже Solo Ads реклама. Solo Ads реклама дает вам, стоит вам, ну, за $50 вы можете купить, я вам сейчас покажу на последнем примере, за $50 вы можете купить 100 кликов. 100 кликов дает вам где-то в районе от 25 до 40 готовых подписчиков, которые интересуются, да, этим бизнесом, как зарабатывать деньги онлайн. Я вот вам покажу статистику по своему последнему рекламному рекламной кампании, которую я делал. Вот она. Сейчас вот это 9 числа, да, сегодня 10, вот вчера буквально. Домат Соло. Одного парня купил, да. Вот смотрите, у нас 113 кликов было. 100 я заказал, ну, точно они не могут поставить, у них там перехлёсты тоже. 113 кликов было, downline increase, то есть 45 человек добавилось в мой подписной лист. То есть все эти, смотрите, это колоссальный результат просто. Если даже хотя бы третья часть из этих людей, если хотя бы 10, четвертая часть из этих людей реально интересуется заработком онлайн, вы эти 50 баксов отобьете уже раз 10 за месяц. То есть стоит того, как только мы с вами сделаем систему готовую для работы для вашего аккаунта, все, что вам надо делать, это дождаться очередной получки, получить 50 баксов, закинуть их куда надо, как надо, и получить с них, там, например, $100 через неделю. Да? Нормальный вариант оборота. Ну и так далее. Я немножко утрирую, но я хочу, чтобы вы понимали. То есть вот эта серия, эти люди, этих 45 человек, да, я их вижу прямо вот здесь, во Вебере, видите? Вчера добавилось 27, и здесь 17. Куда они добавлялись? Они добавлялись вот они, Business Start Ideas, это та раскладка, которую мы рекламировали, тот лист. Это вот 43 человека здесь получилось, но там пишет 45, не принципиально, там еще, наверное, я тестировал, он тестировал два тестовых имейла. И также у меня все эти люди, они видны здесь в системе. То есть я могу проверить, что да, они зашли в саму систему. Что происходит с этими людьми, когда они попадают внутрь системы, внутрь базового бизнеса основного? Видите, вот их имейлы. 10, 10, 10, 10. Это те, которые сегодня зашли. Это все реальные имейлы. Но прикол этой системы в том, что как только человек попадает внутрь этой системы, ему сразу же рассказывают о том, почему он должен сделать апгрейд, насколько это для него интересно, что он сможет зарабатывать, там, чем и так далее, и тому подобное. То есть уже пошел отсчет времени. Вот здесь пол,
рассказывает, как этим всем пользоваться, потому что здесь есть, это профессиональная система, большой бизнес, здесь есть огромное количество товаров, 14 с чем-то товаров, и они добавляются. Здесь есть готовые туннели продаж, система учета, отслеживания, вознаграждения, high-ticket products, так называемые, и так далее. То есть все, что мы с вами будем делать, мы с вами будем загонять людей вот в этот туннель. Но параллельно мы будем им отсылать вот то, что мы сделали с вами сейчас. То есть параллельно мы будем отсылать этим людям не одно предложение, вот, например, не только бизнес, вот серия моя, да, как я показывал уже вам, бизнес Start Ideas. Эта серия состоит из уже порядка 90 писем. И все, что мне надо делать, это я просто добавляю письма. Причем я даже не выбираю уже, какие письма добавлять, потому что они мне на email каждый день приходят предложения, и если я вижу, что какое-то предложение интересное, например, вот здесь GVZoo, да, то я просто зайду на этот GVZoo, возьму свою партнерскую ссылку, скопирую эти все email свайпы и отправлю его, да, то есть если мне нравится предложение, всякое неинтересное я не отправляю. Но если вот, например, этот робот интересен, я с ним работал, он реально работает, у меня даже есть его где-то версия. Стоит она, там есть нюансы, конечно, но он реально дает увеличение объема продаж. И если они выпустили действительно новую версию автоконтента этого, то я обязательно ее сам посмотрю. Если она мне понравится, я куплю, установлю ее. Зачем это нужно? Потому что когда люди заходят как бы на ваш блог, вот здесь они показывают, с чего начинался блог, там как это все устанавливается, экстра комиссия там и так далее, то фактически они попадают на блог, окей? А на блоге уже у вас может быть и должно быть вот это вот, видите? У вас здесь всякие, то есть если, грубо говоря, он зашел по какой-то статье автоконтента, но при этом он попадает на ваш блог, то он увидит еще всякие всплывающие окна там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, возвращаемся к нашей теме. Итак, у нас есть предзаряженная серия писем, у нас есть вот готовый какой-то товар, который мы сейчас установили на schedule, да, то есть вот он попадает в нашу систему отправки. И таких серий писем надо, таких писем я бы делал минимум 3 через несколько дней. То есть вот они дают первый свайп, второй свайп, свайп это называется, да. Но про биткоин это сейчас ругательное слово, поэтому давайте лучше вот этот возьмем. Instantly hire your mind for millionaire success, да. То есть подготовьте ваш разум к успеху, чтобы он был успешным. Вы могли зарабатывать по системе миллионеров, да. То же самое делаем, набираем. Устанавливаем как бы вот сюда заглавие, subject, control V. После этого мы заходим, где оно было здесь, вот сюда, берем вот это вот, собственно, тело, копируем его. Ну, одного письма мало, то есть надо хотя бы 3 раза человеку напомнить о том, что мы ему что-то предлагаем, окей? Чтобы он принял решение. Например, сделаем так. Просмотрите наше видео. Окей. И добавляем это сюда. Ставим эту ссылочку сюда. Эту ссылочку сюда. И все. Дальше я могу уже просто копировать эти вещи. Вот отсюда. Вот сюда. Опять же, я уже приготовил, у нас с вами были картинки. Давайте эту картинку туда забабахаем. Например, вот эту. Здесь можно, конечно, разделять эти блоки. То есть, так, по-хорошему это надо делать вот так, чтобы эти картинки были в тему. Вот так, например. И потом параграф вот сюда. И дальше я еще обычно ставлю кнопку. Ну, это опять же, это просто чисто подсознательные такие моменты. Красная кнопка.
То есть, опять же, я обышу не отправляю. Почему? Я, например, уверен в том, что действительно наше подсознание играет огромную роль в том, что мы получаем. Ну, собственно, я считаю, что основную роль играет подсознание, потому что в одном и том же деле два разных человека получат абсолютно разные результаты. И это как-нибудь с чем-нибудь да связано, окей? Поэтому это будет полезная информация. Человек там 20 баксов несчастных заплатит, но, возможно, его подвинут подсознание к тому, чтобы оно действительно работало на него, а не против него, окей? Так, watch free video. Да, на картинку тоже надо ставить ссылки. Копируем. И вот так. Сохраняем. То есть все, что вы делаете, желательно наполнять в процессе того, что вы делаете, наполнять информацией полезной. То есть, вот вам было бы интересно самому это прочитать или просмотреть, да? Если нет, то не отправляйте. Но так как это интересно лично мне, я с удовольствием отправлю это по своей базе данных, люди будут благодарны, потому что 20 баксов это ничто, а изменить сознание человеку на положительное это очень даже серьезная штука. Окей. Вот мы его сохранили, да? Выходим отсюда. Я также, если вы видите, во всех своих письмах добавляю вот такие значки. Почему? Потому что люди обычно получают огромное количество информации, огромное просто, подписываются в разные листы и так далее, для того, чтобы как-то выделить свое письмо, чтобы они понимали сразу, что это письмо от вас. Лучше использовать какие-то значки. Вот я использую такие значки. Окей. Теперь смотрите. То же самое. Я могу добавить это в серию писем. Это follow-up series. Смотрите, что мы сейчас сделаем с вами. Например. Я добавил ее сюда. И я хочу немножко разбавить базовое предложение, видите, которое здесь у меня есть. Оно так плотненько прессует человека на протяжении первой недели. Что нужно делать, зачем нужно делать и так далее. А потом уже появляются какие-то такие вот разбавленные вещи, более простые, менее нагружающие. Я могу всегда взять это письмо, перетянуть его туда повыше, чтобы он его получил не через 90 дней, грубо говоря. То есть просто даже по названию я посмотрю, где ему нужно дать немножко отдохнуть этому человеку, чтобы он чуть-чуть переключился. Видите, достаточно высоко все это дело у нас находится. Мы уже подходим туда наверх. Вот, да. Окей. Значит, и пускай оно у меня будет где-то... Testimonial, releasing and business for you. Ну, например, вот сюда. То есть на 15 месте оно даст. Что мы делаем? Дальше мы копируем это в драфты. Опять же, в черновики для того, чтобы включить его в серию быстрой отправки. Broadcast, то, что у них называется. Да. Теперь мы делаем следующее. Опять же, мы выбираем это письмо. Мы выбираем, какие листы у нас будут здесь использоваться, и мы выбираем когда. То есть я могу сделать, например, вот так: 7 вечера я отправлю, и видите, у меня уже появляется возможность это сделать даже сегодня. Окей. Apply. И сегодня у меня от меня люди получат два письма: первое, которое было на 12, и второе на 7 вечера. Собственно, это вот система работы с вашими предложениями из ClickBank, которые вы выбираете. Система с использованием готовых, подготовленных для вас аффилиатных писем, свайпов так называемых. Также обращаю внимание, что очень часто профессионально созданные программы, они делают очень многое за вас. Видите, здесь написано, что the front-end product cost 47, то есть первичные продукты, которые они получают, стоят 47 баксов, со скидкой получается там 27, и multiple upsells, вот это то, что нам нужно. Multiple upsells – это последующие, грубо говоря, продукты, которые люди получают как дополнительные услуги, дополнительные какие-то. Собственно, на этих последующих продуктах
мы в основном с вами и зарабатываем, да? То есть не на этих 27 или 47 долларах, а именно на последующих продуктах. И как вы можете увидеть, если там последующие продукты, вот в каждом таком предложении есть аффилиатная страница, страница для аффилиатов, да? Здесь также можно почитать, видите, что базовая продажа в среднем у них получается 36, то есть часть людей покупает по 47, часть пытается уйти со страницы, им предлагают скидку, они покупают по 27. Вот между этим и этой цифрой где-то 36 в среднем у них получается. Gravity 13. Gravity небольшая, но это свежий продукт 2018 года, то есть они только начинают его раскручивать, я думаю, она подымется. И самое главное, что нас с вами должно интересовать, собственно, то, о чем этот продукт. Можем мы его куда-то вставить в свою схему работы или нет. Вот такое пока что для вас видео.